Раз, два, три. СТС Лав представляет. Говорят, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. В нашем шоу «Сердца за любовь» все по-другому. Ебать, и Соболев пиздец вышел только что. Сотни парней. Да, и у каждой есть 1000 баллов сердец, на которые она может выбрать себе лучшего спутника. Парни сами назначают себе цену. Я оценил себя в 100 сердец, потому что моя мама говорит, что я красивый. Но есть подвох. Девушки делают ставки вслепую, не видя парней и зная о них лишь то, что они указали о себе в анкете. Я на самом деле не люблю сердца заливать. Я тоже буду смотреть. Девчуля засидела. Фу, блядь, мерзкая я нахуй. Я думаю, даже не будем смотреть. Фу, блядь. Я видела ее в жизни, кстати. Мы с ней фоткались давно. У парня будет 30 секунд, чтобы произвести впечатление. Это... Как вы заебали меня со своим рейдом. Уже можете успокоиться, пожалуйста? Вау. Не расстраивайся. Слишком. Зайчики, господи. От него зависит, будут ли за него бороться. Ты что там ищешь, мне вот интересно? Мелочь. Вау. Тебе есть чему учиться? Да, это Юран. Может быть, пойдем, я тебя всему научу? Или сольет. Почему носки? А почему нет? Я пас. Ебать, бидоны. Если парень не понравится, девушки могут отказаться от него. Я пас. Я пас. Пока. Пока-пока. Но их первоначальная ставка все равно сгорает. Все сердечки также сгорят, если девушка пошла ва-банк. Удачи вам, девочки. Найти свою любовь. Пока-пока. 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 Если несколько девушек пошли ва-банк, то тогда уже парень будет решать, с кем он отправится на свидание. Значит, я сейчас выбираю, да, получается? Да. Бери любую. Прямо сейчас. Да, есть бетон, не то, что у меня. Ебать, там ресички красивые такие, знаете? Что за тёлка осталась отправила? Только себя. Ну, я не тёлка, я не девочка. Трекнул донатить, тьфу, тебе ебало, блядь. Здесь с сегодняшними участницами шоу. Варвара. Как тетянка? Не, вообще не. Не нравится? Земля это наша такая. Замечает мелочей. И поэтому во всем ценит размах. Ищет парня с широкими взглядами на жизнь. С широким взглядом, один слышал? Обожаю. А вот это как тебя? Спасибо большое, Анатоми. Спасибо, бро. И в жизни ну, это какая-то такая. Лицо красивое, скажи, а так вообще пиздец. Я тебе говорю, пацаны, пиздец. Психолог. А это как тебе? Ищет смысл во всем, что делает. Ебать, тоже знаешь, как... Модест, ну, блядь, на максимум. Фигура нормальная, но, блядь, типа лицо, блядь, широкое, как у Моргенштерна, нахуй. Это Модест, блядь. Сколько там платят? 500 рублей за выпуск? Модест бы согласилась, я думаю. Что громче? Поставь на паузу. Кого громче, меня или видео? Вы о чем? Я не могу сделать себя погромче, типа. Ну, типа, видос тогда тише сделай. Сама старается быть очень смелой. Не только в творчестве, но и в личной жизни. Надеюсь встретить еще более смелого парня. Спасибо, бро. Могу, конечно. Нет, фото будет в альбоме. Ты мила меньше, чем три. Можешь, пожалуйста, сделать сигнусником спич 3C и отправить вот сюда. Ссылка удалена. Thank you. Короче, смотри, соло. Значит, тогда. Окей, значит, хорошо. Смогу так. Да, хорошо. Ну, привет, девчули. Чё, кого? Я пришла поиграть за классных парней. Ты? За классных парней? Ты их вообще в глаза видела хоть когда-нибудь в жизни? Здесь хотя бы посмотрю. Не, ну вообще серьезно, надеюсь. А нет, видос громче надо сделать. Видос громче чуть-чуть. Танцы классные. Ну что, за сколько брать будем? Я предлагаю за 100 для разгона. Да. Ну ты того и стоишь. Да, играем за 100. Ебать, она поддерживаю. Разъебала, блядь. Ой, как громко нахуй. 19 лет. Будущий госслужащий. Немногословен. Богат духовно. Пишет музыку. Ищет девушку, которая будет его понимать. Ну, мне кажется, то, что это очень интересный молодой человек. Знаете, блядь, они себя так описывают, как будто они нахуй египетские боги, блядь. А потом, когда они вылазят, это пиздец. Меня привлек его род деятельности.
И я, наверное, ну, скорее всего, отношусь к числу понимающих, поэтому я проголосую за. Ну вот знаете, он меня тоже очень привлек. Все-таки я личность творческая, он музыку пишет. Думаю, мы друг друга... Как определить творческого человека наебало? Главное, что в шляпе. Поймем, так что да. Госслужащий, да еще и пишет музыку. Хотелось бы на него посмотреть и, может быть, и понять. Творческая личность. Это интересно. Ля какая! 19 лет — отличный возраст. Я хочу посмотреть на них. Играю. Я себя оценил в 100 сердец, потому что... Пацаны, фейс! Фейс, блядь! Что завышенная самооценка приводит к плохим последствиям. Опять завышенная, блядь. Привет, девушки. Фейс! Меня зовут Максим. Мне это Фейс, лучший рэпер за последние тысячи лет. Приятно познакомиться, Максим. Ну, удиви нас чем-нибудь. Ваня. Могу прочитать отрывок из песни. Давай. Из песни, блядь, Фейс! А что за песня? Рэп. Сам напиши. Боже, как же похож, блядь! Да. О, звучит интересно. Давай. Мы с Виталиком на блог. Посмотри на меня, самый модный тренд. В тренде Гоша Рубчинский, это мой best friend. Гоша Рубчинский, я как Гоша Рубчинский. Гоша Рубчинский, я как Гоша... Блядь, она перебила. Я пас. Да, я тоже не особо фанатею от рэпа, так что прости. В общем, кидай себе за щеку все, что хочешь, а я пас. А ты не хочешь рот помыть после такого рэпчика? Я, пожалуй, пас. Да что он там прочитал? Мне даже... Блядь, сука! Даже интересно стало, что он там выстрел, блядь. Скучать не будем. Я считаю, пока лохи, я люблю Марьяну. Потому что они не оценили моего творчества и не дотягивают. Спасибо, бро. Сейчас, ну что, снова посмотрим за 100? Не-не-не, не надо, а то еще сейчас сюда Виталик сбоку. Перемотай, давайте посмотрим, что он пел. А что за песня? Рэп. Сам написал? Да. О, звучит интересно. Давай. Мы с Виталиком на блоке, и в руках у нас пивас. Кидаем вам за щеку, чтобы девки знали нас. Чтобы мужчин вы уважали, а мы сами процветали. Ух, какая хорошая музыка. Так жаль, что кровь из ушей полилась. Нет, мы с Виталиком на блоке, что-то за щеку, блядь. Сука! Это пиздец, спасибо за саб большое, бро, спасибо. Это пиздец. Да, я тоже не особо... Неужели за 500 рублей так позориться? Это реально фейс. Фанатею от... Очень похож, очень рэпа, похож. Так что прости, пас. В общем, кидай себе за щеку все, что хочешь, а я пас. А ты не хочешь рот помыть после такого рэпчика? Я, пожалуй, пас, мне не нравится спирт, когда я съезжаю. Да, ты сразу видел. Иди, сублимируй. Спасибо, дома. Скучать не будем. Я считаю, что меня никто не выбрал с девочек, потому что они не оценили моего творчества и не дотягивали моего уровня. Ну что, снова посмотрим за 100? Не-не-не, не надо, а то еще сейчас сюда Виталик с блоков придет. Да, с пивасом, согласен. Такого добра тут не надо. Молодой, спасибо. Да, я согласна. Да, давайте за 300. Все, смотрим за 300. 300. Моисей, 19 лет. Парень из хорошей семьи, будущий педагог, увлекается современным искусством, хочет попробовать себя в стендапе, мастер импровизации, ищет хорошую, понимающую девушку. Опять понимающий ищет, блядь. Хорошо воспитан? Это интересно. Редко таких встретишь. Хорошо воспитанный сейчас выходит, блядь, Виталий с блока, реально. Ну, ищет эрудированную девушку, это точно про меня, не про вас. Так что, да. Нашла. 19 лет, маловат, конечно, но попробовать стоит. Стендап? Интересно. Интересно, сейчас поперечный вылазит, блядь, стендап. Оттуда, проверяйте. Думаю, есть на что посмотреть. Встал уже в позу лотоса, приготовился, блядь, к домашнему заданию. Я оценил себя в 300 баллов, потому что недавно... Пацаны, чуть не умер, блядь, парень. Чуть не въебався. Я оценил себя в 300 баллов, потому что недавно постригся и думал, что этот хвостик мне не особо идет.
Привет, девчонки. Ты точно стендапер? Да, точно. А там еще вроде было мастер импровизации, не? В чем ты вообще импровизатор? То есть что ты импровизируешь? Стендап? Или психологию, может быть, ты что-то импровизируешь? Мало ли. Расскажи. Ну, вообще, я люблю знакомиться с людьми и общаться с ними. Я бы с таким психологом не хотела бы встретиться, честно говоря. Вот я у тебя сейчас отличный шанс. Кто стучит, блядь? Вы не слышите, кто-то стучит? Я сижу, мне аж плохо, блядь, кто-то стучит. Нет, не стучит никто, блядь. Пацанок, кто стучал-то? В смысле, в окно? Не пугайте меня, блядь. Не пугайте меня, пожалуйста, не пугайте меня. Себя проявить, познакомиться, но ты им не пользуешься, так что прости меня, Моисеюшка, пас. Спасибо, ты знаешь, сэр. Девушка одета как запятая. Спасибо, Геброн, спасибо за сабру. Не особо интересует меня и твое мнение тоже. А чье мнение тогда тебя интересует? Твое, например. Он так ответил, блядь, ожидаемо. Спасибо большое, это, блин, Тозга. Привет, бро, спасибо. Что, в таком случае небольшой тест. Фрейд, Юнг, привет, кого красотка, выберешь? Меньше, чем... ну, вообще, я люблю больше Фрейда. За что? Он больше... Он рассказал про это. Да, у него было больше, в принципе. Проверял, да? Нет, слышал. Спасибо, спектр. Ты знаешь, я все-таки предпочту Юнга. Если сигна в альбоме, парень, конечно, это симпатичный ты, но... F7, я но... Мне кажется, это дочка Папича, пацаны, она очень на него похожа, вам не кажется? Очень похожа, блядь, на Папича, смотрите. Спасибо, мамка. Извини, прости, мам, прости, мам. Прости. Тем словом, мямля. Похоже на Папича, дочка, да? Еще раз пока-пока. В смысле, обернись, блядь. Ладно, сейчас. Блять, обернулась, сука. Байтеры мамкины. Обернись! Мне не встать без твоей руки! Нет, чё-то же лишение сердца! Обернись! Мне не встать без твоей руки! Без холодных сердцах не согреется! Обернулась, блядь. Удачного дня, лошара! Мы не веселить его пришли так-то. А вот вроде симпатичный парень был. Да. Да, всплыл. Девчонок красивых много, а вот с чувством юмора у них очень плохо. Вы у меня обнимите, реально. Все-таки давайте уже наконец-таки за 500. Ты вообще считать умеешь? У нас всего 600 баллов. Ну тогда давайте по маленькой. Давайте, да. Да, за 100. Давайте посмотрим. Отличное число 100. Спасибо, давайте за 100. Ну что, между прочим, за... Ой, плюха аж подавилась. Спасибо, плюха, от души за сабик. Спасибо огромное. 100 смешной был хотя бы. Смотрим за 100. Дочь Папича нахуй знает, что говорит. Антон, 21 год. Учится... Пацаны, че у окна? Чего вы меня сдоебали с этим окном? Подрабатывает в кафе и человеком-сосиской. Человеком-сосиской? Отличное чувство юмора. Ищет озорную хохотушку. Ну, ребят, ну, юрист. Ищет хохотушек, а мы тут все такие. Ну, я считаю, что нужно его посмотреть. Давайте, дадим шанс пацану. Так что... Ну, так ощущение, что она в интернетах сидит, блядь, отвечаю. Я выбираю. Ух, человек-сосиска. Чувствую, опять будет какой-нибудь Вася. Я соглашусь с Варей. Его звали не Вася, а Виталик. Неважно. Я играю. Девочки, вообще-то он не Вася, а Антон. Вы чем слушаете? Я... Бля, дочь папе что-то в ахуе. Спасибо, итальянка, смог тебя в пизду, спасибо. Да меня заебали, блядь, Папич в окне, блядь. Папич в окне, блядь, Папич в окне, блядь. Ты лучшая, блядь, кукля. Блядь, нет здесь Папича в окне. Сука, блядь. Я когда злюсь, я качаюсь.
Я когда злюсь, блядь, я качаюсь. Сука, твари, блядь, забайтили. Байта жопу мне пиджак длинный сосать. Я когда злюсь, я качаю сосать, блядь. Я качок, кабачок. Мне похуй, блядь. У меня кочки в почке. Заебали, блядь. Плюс мышцы. Куда их теперь засунуть? Меня со своим окном уже доебали, блядь. Вы идите окна помойте уже. Штора двигается, папич вылазит. Пошутите еще. Я играю. Ой, Антон там ебун? Бадун? Ой, Тоша. Что? У меня, потому что... Ебать не в лобок. Хочется выпендриваться как-то и быть как все. Девчонки, привет. Как у вас дела? Замечательно. Теперь стало еще лучше. О, симпатяга какой. Давайте я расскажу вам немного о себе. Значит, меня зовут Антон, не Вася. Слава. Мне 21, да, учусь на юриста. Подрабатываю в кафе, в ресторанах официантом. Мне нужно удивить одну из вас. Или можно всех, да? Лучше всех. Давайте, любая девушка сейчас ко мне подойдет. Ну, он симпатичный такой, знаете, ти-ти-ти-ти-тю. Ненавижу светленьких мальчиков в плане светлых цвет волос, глаза светлые. Я это сделаю. Любая. Может быть, ты сам выберешь? А что ты будешь делать? А увидите. Ну, ты сам выбери, ну что уж тут. Все красивые. У, делаю то, что я хочу, покупаю линзы Гуччи, у! Красивые. Гуччи! Ну, я ты разговорчивая, да? Общительная, поэтому ты. Конечно. Человек сосиска и пизда эрудированная. Мне кажется, это топ-пара. Ты веришь в магию? Блять, мне нравятся голубые глаза, типа, о светлых мальчиках. Мне нравятся, типа, голубые глаза. Типа, это все, что мне нравится. Типа, я не люблю, когда волосы, типа, блондинистые. Вот русые, но у него не русые, они светло-русые. Типа, русые и темные волосы, это заебись. Возможно. Кликайте на клип в чате. Что ты скажешь на то, если я прочитаю твои мысли? Попытайся. Давай так. Если я напишу в телефон твои мысли, ты меня выбираешь, и мы уходим. Согласна? Если нет, ты меня посылаешь. Ну, заманчивое предложение. Давай. Смотри. Ебать, фокус, блядь, Дима Масленников. В общем, вот, просто сообщение, ничего, да? Да. Смотри мне в глаза и думай, о чем хочешь. Хорошо. Вкратце, но все. А, он уже угадал? Ну, я, конечно, немножечко о другом думала, но... приблизительно похоже. Спасибо, Батхеш. Подтолкнуть тачку? Амина, тачка заглохла. Подтолкни его живо. Пацаны, давайте подтолкнем тачку. Пишите. Давайте тачку подтолкнем парни. Пишите. В чат. Давайте. Подтолкнем парни тачку. Пацаны, жалко, Жигуль. Езжай, ласточка, езжай. Все, пацаны, молодцы. Самое главное теперь. Улыбочку. Мое горло, блядь, сука. Евгений Фан 42 меньше, чем 3. Остремящий смог. Все, я без горла осталась. Забейте хуй вообще. Что? Погнали дальше. Там мои мысли. И о чем же они? А вот это уже вас не касается. Не ебет. Ну вот смотри, а если они сейчас все пойдут ва-банк? Ну за такое-то побороться надо. Ты все равно меня выберешь? Конечно, естественно. Поняли, да? Ну тогда смысла нет. Я пас. Забирай его. Правильно, как будто он будет? Или нет, что? Нет, смысла нет. Я так и знала. Ну что, пойдем? Пойдем, мой хороший, я в Гуччи линзах. Ну что такое в телефоне? Какие мысли? А это уже другая история. В
первую очередь для меня важно, чтобы парень меня удивлял. А ему это удалось. Все, минус я, конечно, не верила, что на этом проекте смогу найти свою вторую половинку, но так сегодня произошло. Варя мне понравилась, как минимум, потому что она красивая, милая, мы с ней пообщались. Мне кажется, это та девушка, которая мне нужна. Он показался мне очень умным, забавным и обворожительно молодым человеком. Я думаю, после проекта у нас все с Варей сложится, потому что она понравилась мне, я понравилась ей. В первую очередь, мне важно, чтобы мы мысли угадали. Тут в натуре, кстати. Погуляем, а возможно, что-нибудь получится. Типа, блядь, судьба покажет. Но вообще, я бы с удовольствием еще бы пообщалась с Антоном. В студии появляется следующая участница. Карина, 24 года. Ой, кстати, ну фигура у нее, ножки такие, знаете, стрип-каблы такая вышла. Пицца, модель, конечно, хозяйка шоурума женской одежды. Не Амина, а Карина, вы дебилы, блядь. 24 года, участница. Но вообще я это Карина, а не Амина. Еще бы пообщалась с Антоном. В студии появляется следующая участница. Карина, 24... Карина, блядь, не Амина, Карина, сосать! ...года. Певица, модель, хозяйка шоурума женской одежды. Считает, что девушка должна истать... Кирюша? Кирюша бледный? Ой, как горло разрывается после улыбки. Привет, красавец. Привет, красавчик. Сигну можно? Держи. Качать сексуальную энергию. У нее, во всяком случае, это получается. Я люблю все дорого, поэтому я не буду тратиться и мелочиться. Выбираю парня за 500. Ты дорого? Заметно. Но я тоже выберу парня за 500. Ну, за 500 мы еще не играли, поэтому я за. Ну, у меня всего 500, я пас. Я тоже пас. Да, та же фигня, тоже 500. Ладно, ты тогда с длинным платьем посиди и посмотри, а мы будем выбирать. Все, смотрим. Какая чесвешная Карина, блядь. Карина, Алексей, блядь. 26 лет, бизнесмен, умеет зарабатывать деньги, прекрасно поет, любит и умеет делать чудеса для любимой. Какой если я. Честно, имя Алексей я не люблю, потому что моего бывшего так зовут. Но, может быть, они вдруг Алексея стали хорошими, поэтому я рискну. Заманчиво. 26 лет. Мерзкая. Такого тут еще не было. Попробуй. Ну, я сразу голосую против. 26. Староват. Против. Думаю, все же папики для тебя. Папики, ля, 26-летние. Какой Антонио Бандерас? Я оцениваю себе 500 баллов, потому что я красивый. Бля, какой, блядь, разъебавшийся! Привет, девчонки, мне 26 лет, меня зовут Алексей Лейман. Я ведущий и могу вас сразить своим уникальным голосом. А вот я, можно, пожалуйста, сейчас, я не знаю, это подстава или нет, но именно это тот Алексей, который... Сколько у нас прошло после расставания? Да может кто-нибудь заткнуть, девчонки? 3 недели или сколько? Я готов уйти с любой, кроме этого девчонки, человека. Девчонки, нет, вот честно, серьезно, вот сейчас, без всяких шуток, это кобель, самый настоящий, серьезно вам говорю. Ебать, блядь, поворот событий, Антонио Бандерас и Карина, блядь! Алексей, можно мне вопрос задать? Мы не успели расстаться, сколько, 2-3 недели, ты уже пришел тёлок нам их выбирать? Расставались с ним, и с тобой ушел я. Шалава, она пришла мужика выбирать, блядь! Ну, ушел ты, да? То есть это нормально мне все? Мне не нужна истеричка, я сюда пришел искать нормальную, добрую, порядочную, а красивую девушку. А я пошла искать папика тогда, хорошо? Детка. Вот и со свидания. Со свидания. Девчонки, кто хочет дорогие подарки и каждый день, ну так, нормально ночи проводить, выбирайте. Но сразу говорю, кобель, который вот ни одной юбки не... Нормально ночи проводить, нормально, блядь. Пропустим. Кстати, здесь такие красивые модели стоят, поэтому давай, выбирай. Слушай, ну если ты агрессивно настроена, что ты не послушаешь тогда? Вы думаете, я за ним выйду? Конечно, нет. Мне кобели больше в жизни не нужны. Выбор за тобой. Соня. Это сейчас, блядь, пиздогубая. Сейчас как побежит, блядь, полетит на Антонио Бандерас. Конечно, ты мне не очень сильно нравишься, но такого, как он, честно,
Я никому не пожелаю, но выбор твой. Ну, если ты любишь дорого-богато, пожалуйста. У нее как только деньги закончатся, она сразу прибежит к нему. Лучше нет. Ну, ты знаешь, я сейчас смотрю, так говорит дорого-богато, но что-то красная кофточка. Не айс, я тебе скажу. Ну вот и замечательно. Все, у тебя уже все сложено. Давай, пока. Пошел. Не повелась на бабки, блядь. Не повелась, пиздогубка. Хлопаем в ладоши, блядь. Хлопаем в ладоши. Я знаю, ты капзда. Серьезно. Унизил. Звони. И не следи за мной больше. Они. Все девчонки были не айс, ну а бывшую я сразу в бан. Девчонки в моем бане не должны вак, выглядеть. Вак. Не должны быть красивые длинные ногти. Не должны быть красивые длинные ресницы и волосы. Они должны уметь ухаживать за собой и любить себя прежде всего. Я больше сюда не приду. Вот, девчонки, знаете, вот сейчас по чесноку, мне кажется, как будто он меня преследует. Такое может быть, не знаю, жучок в телефоне где-то. Ну, потому что, ну, честно, я не ожидала его сейчас здесь увидеть, и мне реально становится страшно. Как-то что? Да, такое может быть, называется паранойя. Паранойя? Да-да. Все? Я думаю, давайте посмотрим за 100. Ну, так как ты выразила мне женскую солидарность, я готова рассмотреть для тебя мальчика за 100. Может быть, ты найдешь свою судьбу, поэтому поехали. Кажи, стерва, обязательно аспирин после стрима в альбоме найдешь. Эй, девчонки, как это мило. Я вообще милая, на самом деле. Очень мило. Тимур, 21 год. Работает в цветочном бизнесе. Играет в полупрофессиональной футбольной лиге. Считает, что чувства должны быть взаимными. Ищет девушку, способную любить. Ну, он спортсмен. Мне интересно. Посмотрю. Футболист, спортсмен. Можно попробовать. Ля, какие сгорелись-то! Ну, футболист, вот что меня зацепило, поэтому я тоже попробую. У меня всего 100, а я не люблю футбол, так что... Ну, нет. Сто баллов? Ну, что в этом месяце я забил. Рональдо, блядь, вылез. 100 голов. Привет, девчонки. А что ты без цветов пришел? Я думал, ты сейчас каждый хотя бы по розе подаришь. Ну, как так? Ну, да. Жадный, наверное, ты, да? Я бизнесмен. Я считаю деньги, но не разбрасываюсь ими. Зуб отпал. Зуб отпал, блядь! Зуб отпал! Цветочек бы подарил. Хотя бы один кому-нибудь. Деньгами не разбрасывается, Карин. Сразу нажимай красный. Да, можно я сразу нажму красный? Но это не ко мне. А ты с какого расстояния гол сможешь забить? С 11 метровки смогу забить. Вау. Нехило. Кто твой любимый нападающий? Этот, Рональдо. Рональдо я бы выбрала, а на тебя пас. Какая ЧСВ, блядь. Извините за мой голос, я в ахуе, короче, зря я кричала. Тим, у меня просто зрение плохое, я тебе поближе рассмотрю. Поближе. Покрутись. Ху, блядь, тебе въебало, блядь. А что начнем возвращаться, пас? Девчонки, ну вы какие-то все прям вообще злые, я не могу. Смотрите, красивые, голубые, да, у тебя глаза? Ну да, вроде. Зато зуб отпал. Спасибо, Мейс. Жигуль заводим. Амина, давай заводить Жигуль. Мы Жигуль заводим, подожди. Помоги Жигуль завести нам. Бля, не получилось. Закрой дверь, помогай заводить Жигуль. Сначала, подожди, помоги нам Жигуль завести, давай, так вот. Так у меня всегда усопка. Да похуй, вот так вот ключик сделай, давай. Пчёлка, блядь. Чё ты хотел? Ты можешь микро вырубить? Микро вырубить? На сяку, серьёзно. Я посмотрю, через сколько. Не сейчас, я включила микрофон, давай. Можешь взять Настю, чудо-творожок, блядь. Я не хочу.
Ну я поем. Пошел в пизду. Давай, закругляйся. Цены бизнеса с 11-метровки забивает гол. Но, ну, девчонки, ну правда. Блядь. Ну, мне правда за них стыдно, но что поделаешь. И просто понимаешь, такие девочки потом и сидят, и ждут принца на белом коне, а сами-то ведут себя не как принцессы. Поэтому я в шоке. А что ж ты сама его не выбрала? Да-да, вот мне тоже интересно. Согласна. А я случайно не выбрала его. Ну, я-то, девочки, ждала, пока вы все сольетесь. Парень-то действительно классный. Поэтому я пошла. Хитрюшка какая, молодец, браво. Ну, удачи. Бля, какая, полетела. Пока-пока. Пока. Что там это? Удачи. Тимур показался мне интересным парнем. Он футболист, спортсмен, веселый парень. Я думаю, Мария меня выбрала за мой большой нос. Ну, сами знаете, что это значит. Блядь, ну, нас... это пиздец, как я на стримфесте, бля. Я думаю, вы меня смотрите за мой большой нос. Тимуром все получится. ББ. Он интересный человек. Все впереди. Я думаю, с Марией у меня все сложится. Она милая и красивая девушка. Я все для этого сделаю. Вот, девчонки, Машка молодец. Вот я же говорю, она хитрюшку хватила последнего парня и... Последний? Серьезно? Последний. Значит, мы идем домой? Вы идете нахуй, девки. Go next.